Добрый день, дорогие друзья, Евгений Гордеев из города-героя Смоленска. Друзья, как-то за празднованием и подготовкой к празднованию 23 февраля, Дня защитника Отечества, в ожидании перед этим выступления, послания нашего президента Владимира Владимировича Путина, Федеральному собранию, а по сути дела всем нам послание. Он каждый год посылает нас куда-то. О, извиняюсь, ну я имею в виду, вы поняли, что толчок вперед дает. И так далее, и тому подобное. Мы совершенно закрутились и забыли, что по православной Руси, по всему православному миру катится веселая Масленица. Большой, веселый, радостный праздник. И вот я дарю вам свое стихотворение, которое так и называется «Масленица». Я праздника дождался еле-еле. Я этот праздник с измальства люблю. Все, кто блины на Масленицу ели, конечно же, поймут любовь мою. Вот она катится, катится, катится по всей Руси, тысячелетняя Масленица. В ней дух славянский встает во весь рост. Седмица сырная, за ней Великий пост. На первый день изготовим мы чучело, потом сравним, у кого оно лучшее, потом мы в гости пойдем на блины, так повелось из седой старины. А день второй называется «Заигрыш». Звучит гармошек заливистый наигрыш. На горе скрип летящих саней, смех веселый девчат и парней. Третий лакомкой день называется. За столом добрые люди встречаются, а зятья к тещам в гости расходятся, где блины да наливочка водятся. В день четвертый разгул начинается. Вновь веселые толпы шатаются, и народные всюду гуляния. Парни к девкам спешат на свидание. Там вечерочки тещины следуют. И уж теща у зятя обедает. Вновь блинами она зятя почует, ну а зять ее блюдами прочими. День шестой. Посиделки Золовкины. Здесь руками молодыми да ловкими и блинов, и других яств готовочка, и не кем-то иным, а Золовочкой. В день последней недели той масляной мы зимы бурно проводы празднуем. Вновь столы от стрепни разные ломятся, пред Великим постом все скоромятся, раздавая кругом угощения. Просят все друг у друга прощения. Вот она катится, катится, катится по всей Руси тысячелетняя Масленица. В ней дух славянский встает во весь рост. Седмица сырная, за ней Великий пост. Друзья, я поздравляю вас с Масленицей. И желаю разговеться, и желаю, ой, разблиниться перед Великим постом, чтобы в течение этого Великого поста вы приобрели вот такую талию, вот такие плечи, согнали накопленный за зиму жирок, вздохнули свободно и сказали: «Как же хорошо жить!» Ну, а кто-то добавит, может быть, а жить хорошо еще лучше. С вами был Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Здоровья всем! Кстати, я припоминаю такой эпизод, что наш великий баснописец Крылов, он был солидного такого сложения, с несколькими подбородками, он съедал горку блинов в количестве, если я не ошибаюсь, не в количестве, а высотой 89 сантиметров. Представляете?
То есть почти метр горка такая блинов. Ну и, собственно, говорят, и помер он, так сказать, объевшись однажды чего-то, может быть, даже блинов. Так что, друзья мои, даже в этот праздник, в Масленицу, надо знать меру, как в питье, так и в чем еще. В едебе, конечно. Ну вот, будем здоровы. И мира нам всем. Мира, мира, только мира. Мы готовы поститься хоть всю оставшуюся жизнь, лишь бы не было войны. Пока.